Думаешь, я сидел в этом мерзком городе от большой любви? Ты их ждал, да? И никого не предупредил. Кого? Все человечество? Что ты натворил, старик? Они здесь, ты... О, да, Нейтан, хозяева здесь. Будят системы и греют котел. Они возвратились в свой старый дом. И что они здесь обнаружили? Паразитов. Можно ли их винить? О, ангелы смерти пришли. Вернете меня к человечеству? Что-то вы долго! Стань пророком! Возьми его броню! Смерти пришли. Вернете меня к человечеству? Что-то вы долго! Стань пророком! Возьми его броню! Сразись за свой вид, за человечество, во всей его ничтожной славе! Уходи оттуда, Алькатрас! Да, иди, иди, быстрей, спаси нас! Да-да, Джейкоб Харгрив. Я говорю на основной командной частоте, Сэл. Командор Локхард мертв. Я скоро к нему присоединюсь. Призм же взорвется в ближайшем времени. Если мы хотим остановить пришельцев, нам остается надеяться только на пророка. Поэтому оставьте враждебность и помогайте ему всем, чем только можете. Пока идет эвакуация острова. Все комплексы призмы будут закрыты через 10 минут. Действие всех контрактов аннулировано. Покиньте призму через указанные выходы. Алькатрас, крыша разрушена. Здесь нет ничего, на чем можно взлететь. Я направляюсь в морскую жертву. Встреть меня на дальнем конце, если можешь.
Послушай меня, Алькатрас. Харгрив никогда не блефует. Здесь все сейчас взлетит на воздух, сваливая оттуда. Алькатрас, не тормози. Мы идем через город к точке встречи. Быстрее! Потеряем костюм, потеряем все. Всегда хотел знать о загробных. Хоры ангелов и гиена огненная – это все, конечно, пустой трёп. А если в детстве научен бояться ада, с годами не разучишься. По правде сказать, у меня уже было несколько загробных жизней. Вот это. Сплошная чистилища. Почти полвека плавать в контейнере с раствором, как заспиртованный экспонат, зажатый между видеоэкранами и системами камер, только мысли, сюда, так сюда. И подзу, бегом, по силиконовым бегом. Кишкам машины. Весна, дождь, постоянно думает о
предпочту забвение. Не трать времени, Алькатрас. Иди к мосту.